своей хозяйке. Майка. Майя. Пришли, Майя. Сегодня выпал снег утром сантиметров 10. Больше. Или больше. Вообще такой вагончик пошли. Ай, радость, это полная штаны. Так столько снега. Да снег такой пушистый, хороший. Да, Манине? Вообще-то ничего, корка внизу есть, держит. Лес такой красивый. Давай, давай, давай. Что-то нюхает Манечка. Майя, Майя. Ой, кто-то тут набегал, наверное, зайка под снегом-то. Сижу вот на такой просеке. Так мы его искали, снег выпал, следов вообще нет. Толстый-толстый слой снега выпал. Сантиметров 10-15. И вот тут маленько. Первый раз в лагуне что-то стало припадать. До этого вообще нигде не задерживался. Побегают с Манюней. На нем черный, на ней красный ошейник. А тепло, так тепло вообще. С деревьев каплями копат. Или, наверное, или даже плюс один. А внизу корка. Мне из-за этого не так сложно было идти. Так-то бы глубокий был снег. Лыкуня обрезает. О, Маньку ждет. Майя говорит, ты че не идешь? Майя, хватит булки мять, иди давай. Иди ищи. Ищи давай. Ищи, ищи давай. Ищи, Майя, ищи вон. Плакунька, стараться, иди. Иди, давай, 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 искать. Искать, 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 искать. Молодец, молодец. Вон он там ищет. Где? Бежал уже. Давай, 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 искать, 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 искать. Следы все, видимо, завалило снегом. Тут еще сильнее обрезают. Жировка здесь. Ну, да, это может и за 300 метров идти и лечь. Выходного следа они не нашли. Обрезают. Пытаются так натолкнуться. Может, в лесу меньше завалено. И под снегом вот слышно. Майя бежит ко мне. А, какая красивая девочка бежит. Майя в лесу ищет сама. Где бегает? Ну, там он. Бегает. Ушла. Там раньше тоже поднимали. Интересуется. Льет как из ведра. Вообще вся сырая. Володя подошел к нам с другой стороны. Подняли такие зрюбы. Thank you.
развернули, хлопала дверями. Давай. Подняли такой помоечкой. Вот так. За руки плакуня зашел и все искал молча. И вот тут вот как закричит. Видимо, плотно лежала. Плакуня, конечно, у нас красавчик. Сидим в машинке, едем. Он бежит краем дороги, где пахнет. Раз, бежал, бежал, бежал. Вот так он. Бежал, сейчас покажу. Ну все, ушел куда-то. Бежал, бежал, зашел. Поднял. Раза уже вот здесь пробежал. Если бы вот этой игрушки не было, можно было бы все увидеть, как он бегает. Тут такая песчаная гора. Гребли, видимо, когда строили. Может, вот так получится. Вот здесь вот. Слякоть, все тает, везде капает, парит. Пошел в деревню, запал, видать. Все равно его нашел. Молодец какой он, какой. Тут двойку делали, чего запал, вот он его расковырял. Ходит все своими тропами. Ему тоже тяжело, видимо, ходить. Снег сегодня рыхлый. Навалилось только, да сейчас весь обтаял. Даже нас, который был под ним, и то оттаял. И вот он тут ходит туда-сюда. Там уж черно все.
Вот здесь жировка вон какая. Как раз на переходе. Я подошла вот сюда по высоковольтке. Он плотно запал. Володя вон там поехал обрезать по дороге. Полковник лесом обрезает. Не можем никак. Вот это гонный след. Он туда ушел. Не можем никак его выковырить. Тороплю по тропе. Мне не впереди, у меня идет. Где-то заползается.